Привет. Привет. А мне зарплата пришла. Ну, классно. В смысле классно? На, а? Ну, пин-код ты знаешь, что не берешь? Небось, хочешь на ноготочки сходить? Педикюр, маникюр, реснички, там, валички, сестрички, там, с подружками в рестик, а? Нет, не хочу. В смысле не хочешь? Что, прикалываешься? А? Ну, как ты всегда же берешь, выхватываешь, тратишь мои деньги, на, а? Иди лучше сходи с пацанами куда-нибудь своими. В смысле с пацанами? Ты что, прикалываешься? На. Так я не пойму, что случилось? Ты у меня всегда брала зарплату каждый месяц, почему не берешь? Ничего не случилось, просто не надо. Тебе не нужны мои деньги, типа? Нет. Я не пойму, что-то случилось? Нет. Или ты прикалываешься, а? Нет. В смысле, я сказал, быстро взялась, потратила все мои деньги на ресницы, на ногти, блин. Все, чтоб в ресторан сходила, поняла, не надо ей. Я тебе что, работаю, блин, вообще офигела, блин, удумала мне тут. Чтобы все потратила.